Аргем башня уничтожена. С этой стороны портал больше не закрыть. Энергия ада течет в другом мире из источника, который мы называем Каосом. Вы вернулись. Вы единственное создание из плоти, способное перемещаться между мирами. Возможно, у нас есть выход. Вега пытается получить доступ к файлам Оливии. Доберитесь до терминала, и мы предоставим вам информацию. Ладно, уйди. Чё ты? Иди сюда. Целых три брони. Вау. Давай. Вегетарианский. What the fuck? Сколько у меня их уже? Ну как раз. Чуть-чуть позже найдем. В личной лаборатории Оливии есть артефакт, который мы изучаем уже долгие годы. Я думаю, он даст вам те ответы, которые вы ищете. На нем ваш знак. Личная лаборатория Оливии не указана в базе данных комплекса. Чтобы найти ее, вам понадобится доступ уровня Альфа. Готово. Доступ к комплексу «Лазер» есть в северном секторе особого исследовательского комплекса. До него километров 80. Я включу питание поезда, чтобы вы доехали туда. Но для поездки вам понадобится корпоративная карта доступа ОАК. Рядом есть пост охраны. Окей. Ау. Два выстрела. Два. От первых врагов.
Окей. Да, это он. Факт разрушен. Нет, это берсерк. Куда? Да, последний. Успел хотя бы мне вот. Окей. В закрытом пространстве, да. Да, да. Да. А, я не заметил, как он выспится. Ну, нормально. Немного ли ты, сука, снимаешь? На... Кто? Кто так убивает? Кто? 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 Кто так убивает? Так, кажется, больше потрачу, чем получу. Да.
Кто? Еще один, что ли? Что-то. Правда, у меня было больше. Если бы я туда не ходил, то точно было бы больше. Что еще раз надо сделать? Очень весело, да. Гонки. Лучше сериал. Ну чё ты... Получится так. Mm-hmm.
Я здесь был. Окей. Сейчас немножко так. Сейчас. Сейчас. No. Fuck. Пинки. Здрасте. А, я так понял, когда фиолетовый так показывается, что... Щит. Потому что здесь в жопу стреляешь, все нормально. Сейчас соберу. Это не максимум у меня. И куда ты его бросил? Похоже, этот демон забрал вашу ключ-карту. Нужно ее найти. Без допуска вы не попадете к поезду. Да-да-да, я понял. Oops.
Это легко. Фак, я подумал. Ладно, не важно. Какой ты заторможенный. Перехват просто стреляет. Значит, у него есть EM-бот. Куда ты стреляешь, ты про... вижу. Попку оторву. Не вякай. Так, может, попа? Да. Да ебаный, ай. Кто знал, что он может вылезти? Кто? Ладно. Где? Где кто? Где?
Окей. Стой, пожалуйста. Обнаружен правильный день. И куда он улетел? Ни хрена себе ты улетел, мужик, зачем? What the fuck? What the fuck? Ребят, мужик. Их двое? А, свой же убил. Не. Ха. И тебя тоже так. Блин, я забыл, что мне кто. Я забыл. Так, куда он летел? Туда куда-то. В доступе отказано. Требуется желтый уровень допуска. Какой экран? А. Скотина. Сейчас впереди. А вот. Садный режим. Надо. Особенно в этой игре. Да, ну значит я сюда. А, тут руна должна быть, да? Да, да, тут руна. Все цельные уровни взрывайте. Окей. Возможно. Ну как возможно? Третья бы. Третьим. Три. Да, третьим. Третьим я бы поставил. Начать.
А, да, время же. Время это нехорошо. А что-то было слишком легко, даже с одним хп они что-то ничего не могли делать. Ничего не смогли. Что у меня там по оружию? Окей. Окей. Тоже не то. Что надо? Что надо? Пять раз. Нет, я такое не сделал. Прости. Ладно, 47 тоже можно жить. Или нет? Требуется желтый уровень допуска. А че он сдох? Нельзя послать за ним команду. Я руководитель этой корпорации. Вся ваша работа и открытие принадлежат мне. Он был моим еще до того, как вы его нашли. Доступ предоставлен. Да-да-да.
Несанкционированное исследование закрытых зон за пределами базы запрещено. На безопасном так, я не помню, где я был, где я не был. Доступ предоставлен. А, это все финал. О. Или нет? Где я пропустил? Где? Ну, плевать. Поезд ОАК готов к отбытию. Просим занять места. Поезд готов к отбытию. Пункт назначения — особый исследовательский комплекс ОАК.